Беларуси готовят производство ДНК вакцины от рака. Уникальная разработка носит название «Еленоген» и не имеет аналогов в мире. Проводились исследования по борьбе с различными видами онкологии. Самые многообещающие результаты получены у пациентов с химиорезистентной опухолью яичников. Ежегодно в среднем у 1000 женщин обнаруживают это заболевание. Сейчас проводится ускоренная регистрация нового препарата. В Беларуси сократят минимальный срок страхования транспорта до 5 дней, пока 15. Нововведение произойдет по аналогии с Россией в рамках унификации подходов. Для владельцев машин это не только удобно, но и финансово выгодно. Готовится соответствующий указ. К слову, планируется и создание единого реестра для двух стран. Около 5000 жителей Могилевской области выступили учредителями по созданию партии «Белая Русь». Собрания прошли во всех районах региона, в том числе и в Бобруйске. Стать членами политической организации смогут все граждане нашей страны, которые разделяют ее принципы и задачи, а также готовы соблюдать строгую дисциплину. В Бобруйске в этом году планируется строительство 3 крупных торгово-офисных центров. Частные предприятия собираются вложить в возведение около 30 миллионов рублей. В производственной сфере намечается реализация проекта по производству полуприцепов с инвестициями в размере 8 миллионов. Новые инициативы предусматривают появление свыше 170 рабочих мест. В Бобруйске сгорела баня. ЧП произошло 14 февраля на Береговой. Тревогу забили соседи, вызвали МЧС. Спасатели оперативно укротили пламя. Уничтожена кровля, повреждено перекрытие. Пострадало только имущество. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.